Здравствуйте, это новости в студии Евгений Нефанов. Сегодня в Омске. Непопулярный протокол. Разобраться, как его заполнять, может далеко не каждый. Почему ДТП по-прежнему тормозят движение в городе? Кирпичный хулиган. Орудовал только один вечер, 7 октября, но успел напасть на 3 женщин. Что показало народное патрулирование? Первый иммунодефицит. Сейчас вот ребенок, например, у нас вот активный, потому что мы пьем препараты. Как спасти маленького Колю? А также новые тарифы на воду и успех волейболисток в Саратове. Сегодня ливневый снег, выпавший утром, спровоцировал 7-бальные пробки. Впрочем, заторы на дорогах, особенно в часы пик, становятся уже привычным явлением. Количество ДТП на дорогах в последние дни увеличилось из-за гололеда. В октябре уже зафиксировали 3000 столкновений. Со дня, который стал днем жестянщика в этом году, 17 октября, уже 1185 ДТП, которые заметно снижали скорость на городских магистралях и улицах. Чтобы не перегораживать проезжую часть, сейчас водители могут оформить европротокол. В этом случае не нужно дожидаться сотрудников ГИБДД. Казалось бы, очень удобно и быстро. Но почему тогда мечи не спешат решать вопрос таким образом и в чем проблемы заключения европротокола? Светлана Урванцева и Сергей Гаврилов выясняли. Павел Костырко – юрист, и, по его мнению, европротокол – очень неудобная вещь. И это при том, что такой протокол – единственный документ, который нужно будет оформлять при ДТП. Ждать сотрудников ГИБДД не понадобится. И все же, похоже, европротокол пока работает только в Европе. Буквально летом, находясь в Испании, две блондинки испанского происхождения, блондинки, я говорю условно, въезжают друг в друга на перекрестке. Все действие длится 2 минуты, из которых 1,5 минуты они кричат друг на друга, плюются. И 30 секунд буквально она достает смартфон, сканирует страховой полис, такую бумажечку, сканирует по штрих-коду, делает 2 фотографии ДТП, тут же отправляет с этого приложения в свою страховую компанию, получает ответ «Окей». Они разъезжаются. В России это приложение для телефонов находится на стадии разработки, поэтому водителям все равно придется бегать с бумагами. При этом страховые компании часто просто не выдают бланки, необходимые для оформления европротокола. Даже если у водителя есть бланк извещения о ДТП, разобраться, как его заполнять, может далеко не каждый. Например, может возникнуть вопрос, как рисовать схему ДТП, если человек этого никогда не делал. Если бланк будет заполнен неправильно, страховая организация просто не выплатит деньги. Возмещения не будет, также если не предоставить заявление фирму в течение 5 дней. С 1 октября обращаться за выплатой нужно в свою страховую компанию, а не в компанию виновника ДТП. К тому же повреждение машины все равно нужно будет оценивать специалистам. Поэтому ездить по инстанциям, хоть без европротокола, хоть с ним, придется. Когда можно оформить ДТП без вызова сотрудников полиции? Значит, есть несколько условий. То есть первое условие – это в ДТП участвует 2 транспортных средства. Значит, вред причинен только имуществу, то есть транспортным средством. То есть нет причинения вреда жизни и здоровью, и нет причинения вреда имуществу иному, чем транспортное средство. Значит, третье условие. Оба водителя имеют действующий полис ОСАГО и, соответственно, они допущены к управлению данными транспортными средствами. И четвертое, на которое часто определяет вызывать не вызывать сотрудников полиции, это максимальная сумма ущерба до 2 августа, если я не ошибаюсь, 25 тысяч рублей. Значит, после 2 августа 50 тысяч рублей. По статистике страховщиков, в большинстве случаев материальный ущерб при ДТП до 50 тысяч. Но все же проблема в том, что оценить размер повреждений на месте не всегда возможно. Если европротокол будет составлен, а ущерб окажется больше, водителю все равно выплатят 50 тысяч рублей. Когда отечественный автомобиль, грубо классика или какой-то любой, да, где-то можно реально понимать стоимость, где как раз возникают вопросы с оценкой иностранного автомобиля, престижной какой-то модели. И еще одно условие. Оформить европротокол можно только в том случае, если один из участников ДТП признает свою вину. При спорном случае водителям обязательно нужно дождаться сотрудников ГИБДД или комиссаров. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7.
Устали омские мосты. Накануне шутили автомобилисты. Вчера мы сообщали, что на несколько минут Ленинградский мост подгрузился во тьму, погасли фонари. Оказалось, что примерно в это же время освещение исчезло и на метромосту. Вот фото подтверждения от одного из наших телезрителей. Мы решили выяснить, в чем причина. Нет, у меня этой информации нет. Подождите, я попробую связаться со службой. Технологическое отключение электроснабжения было. Более подробная информация будет позже. Подождем. Но зато на перекрестке проспекта Королева и улицы Заозерная спустя 3 дня заработал светофор. Из-за проблем с автоматическим регулировщиком возникали огромные пробки. С понедельника несколько светофоров не работали из-за замены контроллера. К открытию движения на развязке подрядчик еще не приобрел новый контроллер блока, управляющий работой светофоров. На этом участке поставили старый, а он не обеспечивал подключение всех регулировщиков в систему. Один вечер и 3 жертвы. Омские СМИ пестрили заголовками. В Ленинском округе маньяк. Полицейские подтвердили. Опасения не напрасны. Нападения были. Испуганные жители после этих сообщений начали собирать народные дружины, чтобы сделать район безопаснее. Они призывали всех желающих присоединиться к ним. Откликнулись немногие, но в том числе репортер НТН7. Кирпичный маньяк, как прозвали нападающего пользователя социальных сетей, орудовал здесь, в Ленинском районе, недалеко от остановок общественного транспорта площадь Серова. Орудовал только один вечер, 7 октября, но успел напасть на 3 женщин. На 1 во дворе дома номер 64 по проспекту Карла Маркса, на 2 других во дворе дома номер 13 по улице Серова. Ушибы тела. У одной пострадавшей сломана челюсть. Со слов одной из женщин, ударили ее по лицу пакетом с каким-то твердым предметом. Других женщин били руками. После этих происшествий нападения прекратились. Как пишет один из омских новостных порталов, ссылаясь на полицию, о маньяке речи не идет. Время совершения нападения, названные пострадавшими приметы злоумышленника, позволяет сделать вывод о том, что все эпизоды совершены одним человеком, находившимся в момент совершения преступлений в состоянии опьянения. Тем не менее, патрулировать вместе с полицейскими этот район начали и простые люди. Организовал эти полезные во всех смыслах прогулки Андрей Рудаков. Молодой человек еще недавно жил неподалеку. Знает, как страшное в темное время суток бывает здесь ходить. Кликнулся на сообщение в социальной сети о том, что нападали на девушек, на женщин. И когда мы тогда еще не знали, что это был единичный случай, думали, что действительно может быть какой-то маньяк, решили выйти на улицу, чтобы было поспокойнее. Но вот как показывает практика, вот сейчас мы стоим здесь с вами, разговариваем, людей в соцсети обещало прийти много, но стою по факту я один. И действительно, район темный, район плохо освещенный, а добровольцев особого количества нет. Алексей и собака Верона – помощники полицейского патруля. Втроем молодые люди пешком отправляются по темным улицам. Обращают внимание на подозрительных личностей. Вот в сквере рядом с Ленинской администрацией 2 на лавке что-то пьют. Проверка документов и беседа. Нападения 7 октября происходили в это же время и в этих же местах, где мы ходили с патрулем. Все спокойно, но полицейские предупреждают – будьте бдительны. Денис Ионас, Александр Филиппов, Антенна 7. Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра образования Сергея Алексеева. Силовики закончили расследование против бывшего чиновника правительства Омской области. Преступление, в котором он обвиняется, датируется 2011 годом, когда Сергей Алексеев руководил Омским районом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и в халатности. По данным следствия, в 2011 году глава района на основании документов с недостоверными сведениями незаконно передал предпринимательнице в собственность участок земли под Омском площадью 382,9 тысячи квадратных метров, предназначенный для сельскохозяйственного использования. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области, площадь переданного земельного участка значительно, а именно в 130 раз превышала допустимую по закону площадь земельного участка, который мог быть предоставлен. При этом не была произведена рыночная оценка передаваемого земельного участка, в связи с чем его стоимость была существенно занижена и составила 77 тысяч рублей, хотя рыночная стоимость по заключению проведенной в ходе следствия оценочной экспертизы на момент продажи составляла 1 миллион 700 тысяч рублей. Алексеев вину свою не признал, от дачи показаний отказался.
При этом следствием собрано достаточно доказательств, которые позволили подготовить обвинительное заключение по уголовному делу, и в настоящее время дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Больше подробностей у моей коллеги Анастасии Лавровой в программе «Жесть» в эфире «Антенны 7» и на сайте antenna7.ru. За решеткой в Омской области сейчас находится 10 тысяч человек. В прошлом году их было 15 тысяч. Такую статистику привел сегодня начальник УФСИН России по Омской области Сергей Корючин. По его словам, несмотря на снижение количества заключенных, преступный мир помолодел, а, цитата, «качество преступности увеличивается», конец цитаты. Тем не менее, в управлении службы исполнения наказаний ведут активную работу по исправлению осужденных. С задачами мы своими справились, сложности при выполнении этих задач, в принципе, как и во всех федеральных структурах, это сокращение финансирования произошло с присоединением нового субъекта, но каких-то осложнений при недофинансировании на сегодняшний день не вызвало в работе подразделений. Немножко, будем так говорить, сокращены направления улучшения условий содержания. В колониях осужденные привлекаются к работе. Медленно, но развивается промышленное производство и сельское хозяйство. Сегодня подразделения практически на 100% обеспечивают себя овощами. Растет количество зерновой продукции. Также осужденные имеют возможность получить специальность по 56 профессиям. Вниманию неравнодушных, а мич Коля Пауле ждет помощи. У 4-летнего мальчика тяжелое заболевание иммунной системы. На первый взгляд ребенок выглядит обычным, но это благодаря лекарству, которое родители заказывают из Москвы. Цена одной пачки препарата равна средней стоимости шубы, например. И таких упаковок мальчику требуется много. Подробнее о судьбе маленького мяча Алла Аксенова и Артем Колесников. Постираем, потом погладим. Давай, постирай варежки, постирай. Постирай мне варежки. Давай, вот так, хорошо. Сюда, давай. Вот. Закрываем. Коля Паули – главный мамин помощник. Стирает и готовит вместе с ней. Вот только разговаривать к своим 4 годам практически не умеет. А в развитии от своих сверстников отстает на 2 года. Виной всему тяжелое заболевание – первичный иммунодефицит. Все? Нажимай. Все? Все. Выдох. Год назад Коля стал часто болеть. Появилась температура, резко упал гемоглобин. Что с ним, омские врачи определить не смогли. Диагноз редкого заболевания мальчику поставили в Московском центре детской иммунологии имени Рогачева. Там же, в столице, Колю признали инвалидом. Это сейчас вот ребенок, например, у нас вот активный, потому что мы пьем препараты. Как бы ему сейчас интересно, намного стал более окружающий мир. Картинки, книжки, он приносит сам, показывает, что-то делает еще. В общем, в основном, как бы, это, конечно, внимание и больше терпения, чем к остальному, к другому ребенку. К жизни Колю вернул американский препарат, стоимость которого более 50 тысяч рублей за одну упаковку. Пузырька таблеток хватает на 3 месяца. В семье работает только отец мальчика. Трудится, не покладая рук, но заработанных средств не хватает. 4 года прошло, но мы все еще ждем, да, что еще немножко и будет совсем другой результат. И как-то ответная реакция от ребенка будет больше, а не просто какие-то начатки там реакции, слов и так далее. То есть верим, ждем. В Омской области только 2 ребенка с таким диагнозом. Один из них – Коля. В беде его не оставил благотворительный центр. Обеспечил жизненно необходимым препаратом до марта 2015 года. Мы заказывали его в Москве. Сейчас он очень подорожал. Был он 45 тысяч рублей, теперь он 51 500 стоит. Ну, достаточно, на 6,5 тысяч вырос. Сегодня семья Пауля уже думает о будущем и надеется на поддержку неравнодушных. Только доброта и участие чужих людей сделает маленького Колю здоровым. Перечислить деньги можно на реквизиты центра «Радуга». Они есть на сайте фонда. Алла Аксенова, Артем Колесников, «Антенна 7». А мечам придется платить за воду больше. Тарифы могут вырасти на 10% уже в следующем году. Такие меры вынуждено принять руководство Омского водоканала. В декабре прошлого года городской совет решил повысить предприятию арендную плату с 209 до 400 миллионов в год. До этого сумма арендной платы была неизменна с 2005 года. Ну и вот теперь поставщик услуги собирается переложить свое бремя на всех горожан. Ксения Тойчкина сообщает.
Вопрос о повышении арендной платы рассматривается сейчас в судебном порядке. Кроме того, изменен сам механизм оплаты. Если раньше выплаченные средства Омскводоканалом возвращались в компанию и перенаправлялись на капремонт и модернизацию, то теперь сумму необходимо выплачивать денежными средствами с расчетного счета без возврата. Что приводит к серьезным техническим последствиям, связанным с ростом затрат в виде потерь, так как оборудование изнашивается, оно уже технологически не дает тех эффектов, ну и рост износа физического. Пока руководство Омскводоканала сетовало на повышение арендной платы и нехватку средств на капремонт коммуникаций, депутаты Омского городского совета предложили свой вариант поиска денег. Вы говорите, а где ужиматься, вот Сергей Николаевич сказал, а где же вот вы нам аренду 400 миллионов назначили, ну давайте сядем за стол и посмотрим, а где же все-таки? Ну, наверное, надо посмотреть, разумные есть и заработные платы по труду, а не по возможности населения ограбить. Поэтому я думаю, что сев за стол и разобравшись во всех затратах, можно найти и консенсус. По всей видимости, администрация назначила аренду 400 миллионов, основывалась на каких-то цифрах. Как сообщили представители Омскводоканала, средняя заработная плата сотрудников компании не превышает 22 тысяч в месяц. Представить же данные о зарплате акционеров никто так и не смог. Понятно, 22 тысячи заработная плата. Мы эту арифметику знаем в целом по всему государству. Поэтому, если вам задан вопрос по акционерам, вы скажете, что я не владею этой информацией. Все для нас ответ будет понятен. Если вы владеете и смолчали, но нас не удовлетворил ваш ответ. Спасибо. Ровно то, что я являюсь наемным менеджером, и о том, куда тратятся деньги акционера, я такой информацией просто не владею. Однако оказать впечатление на депутатов у Омскводоканала все же получилось. Правда, только в конце заседания. На предприятии уже несколько лет разрабатывают и постепенно внедряют проект по замене хлора как реагента для обеззараживания воды. Более экологичный вариант – электролиз раствора поваренной соли, в результате которого получается так называемая активная вода, которая содержит все необходимые элементы для дезинфекции. Такой способ очистки уже внедрен на 7 городских объектах. Среди них Октябрьская и Кировская насосные станции, поселок Береговой и Осташково. Сейчас идет разработка проекта по одной большой электролизной станции. По прогнозам, данная установка поможет сэкономить на очистке воды до 10 миллионов рублей в год. Для строительства необходимо 100 миллионов рублей, которые, похоже, соберут с самих омичей. За счет каких источников? Это источники инвестиционная надбавка в тарифе. Ну и, очевидно, это экологические платежи. Установку планируют запустить уже к концу 2015 года. Ксения Точкина, Александр Филиппов, Антенна 7. Волейболистки «Омички» одержали первую победу в чемпионате. В Саратове наши девушки в трех партиях обыграли «Протон». «Омички» доминировали на протяжении всей игры, часто вели с перевесом в 6-7 мячей. Самыми результативными в нашей команде стали Екатерина Орлова, 16 очков, и Юлия Кутюкова, 15. Следующие матчи у омских кошек – кубковые. Групповая стадия соревнования. 4 ноября в Нижнем Новгороде наши волейболистки откроют свой отборочный мини-турнир поединком с Заречьем Одинцова, командой, которой омички уступили в матче открытия сезона. Омские самбисты блестяще стартовали в 15-м открытом всероссийском турнире на призы Александра Пушницы. В первый день соревнования наши спортсмены завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды. Три победы омичи одержали в относительно новой, но популярной номинации турнира «Боевое самбо». В этом разделе спортсмены выступали в шлемах наряду с традиционной борцовской техникой, применяли удары и удушающие приемы. Омичи блеснули разнообразными действиями, на сей раз более качественно выступали в партере. Самую яркую победу одержал студент СИБГУФКа Семен Тайпинов. Модно сейчас на чемпионатах мира на Европе выполняют кувырок на ногу. Ну, то есть кувырок на ногу делаешь и рычаг колена. Ну, болевые на ноги. Самый неожидаемый для соперника прием.
В спортивном самбо география медалистов значительно шире. В этом году на омском ковре соревнуются более 300 спортсменов от Москвы до Камчатки. Награды завоевали представители Центральной России, Урала, Казахстана. Среди победителей мастера спорта международного класса – чемпионы России этого года. Многие известные спортсмены специально приехали в Омск. Растущую популярность самбо отметил председатель оргкомитета соревнований мэр Омска Вячеслав Двораковский. Великолепные, так сказать, условия для занятий самбо. Но и что самое главное, все организовано. Есть уже и секции, есть и спортивные школы, и места для занятий. Так что вот я думаю, что и нынешняя обстановка говорит о том, что мы должны иметь людей сильных, способных бороться и ставить перед собой цели, ну и быть просто здоровой нацией. Сегодня на турнире будут разыграны еще несколько комплектов наград. Заключительные финальные схватки турнира пройдут в манеже спортивного комплекса «Красная звезда» в четверг в 14:30. Филипп Михальский, Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Позвоните в редакцию Антенны 7, если у вас есть новость или проблема. Работает автоответчик. До встречи. Эта квартира нам подходит. Проходите, не стесняйтесь, смотрите квартиру. А санузел у нас... совмещенный. А окно у нас... выходит во двор. Да. mlsn.ru. Вы будете знать квартиры не хуже продавцов. А это мой кот. Кузей зовут. Вкладывать деньги в недвижимость выгодно. Убедитесь сами. Только за год наши квартиры подорожали на 32%. Храните деньги в наших квартирах. Домстрой Омск. Телефон 514-514. Света учится на пятерке. Саша получил работу. Ира отправилась в путешествие. Все просто. У этих людей хороший интернет. 100 мегабит за 199 рублей. Подробности по телефону 66 400. Омские кабельные сети. Оператор нашего города. Мебельный центр «Континент» предлагает своим покупателям 3 дня скидок на кухне обеденной зоны. 31 октября, 1 и 2 ноября. Встречаемся в мебельном центре «Континент».